Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артем Динамик. Продолжаем прохождение Portal. Прошли сутки, я чуть-чуть отдохнул. И теперь у меня есть идея, как же все-таки пройти данный момент. Сейчас я ее попробую. Вот, и, соответственно, продолжим. Так, взлетаем вверх. Как только долетим. Максимум, окей. Открываем портал здесь. Вот. Так, да, поломал я головку перед сном, как ее пройти, ну и, можно сказать, допедрил. Так, пойдемте отключим, посмотрим, что делают у нас отключенные вот эти штуки. Так. О, она совсем убрала. Великолепно, с этим я знаю, что делать. Открылся там портал, окей, Бримс. Так, значит, сюда... И сюда. Окей. Прыжочек оттуда. Идем. Идем. We are the champions. И вот так все просто оказалось. Зачем бросать, если можно не бросать? Так. Так, сделаем, чтобы... Так. Так, тебя, роднулечка, мы вот туда поместим сейчас. Ты нам нужен, чтобы вверх полететь, это я помню. Так, ну, по сути, самое сложное, по-моему, мы сделали. Так, ляжешь, норм. Так, окей. Окей, теперь нам нужно запустить правее. Окей, панель у нас упала. Так, панель упала, и мы, значит, что делаем? Теперь он прекратит, чтобы подняться. Так. Давайте вот это сюда переместим. Теперь вот так сделаем. А, эту сюда. Где камень? Черт! Облажался Артем. Так, все. Ложанул. Заново. Ты сюда. Так, стоп. Тебя сюда. Сейчас это заново просто придется сделать. Все, я в принципе понял. Ту мы с вами видели, как в прошлой части она перемещается. Так. Сюда. Вот так. Теперь синий портал. Синий портал, похож на обман. Так, спускается. Так. Поднимается, это должен провалиться. Так, и нам нужно, блин. Все. Кубик вывалю, так. Так, и синий портал у нас туда. Летит кубик, сейчас нажмет нам кнопку, опустится это. Мы это видели в прошлой серии, это делал. Ну вот. What? Они надо мной издеваются. Вы видели это? Они издеваются надо мной. Так. Они просто издеваются надо мной. Я не могу пройти уже готовое решение. Ну... Все еще болею, ребят. Все еще болею. Так. Сюда. На-на-на. Портал, что ты делаешь? Прекрати. Так. Не попал. Так. Подняли. Убрали. Так. Опускается у нас сейчас эта штука. Окей, не падаем и... Ты нашла решение, да? Я же просил тебя предупредить. Все норм. Ну,
почему ты так все усложняешь? Предупредить кого-то. Ну правильно, чтобы к чертовой матери взорвался у нас комплекс. Ой, как уже у меня болит голова, друзья, знали бы вы. Вот, ну ладно, Уитли. Простите, пожалуйста. Хочется играть в Portal. Так. Не самоуничтожится, я уже все исправил. А, это вход надо открыть, сюда луч. Две. Одну или две встряски. Так, для развлечения. Опасность. Перегрев реактора. Взрыв. Я не стал увольнять его, я не мог. Так. Но не обращай внимания на его слова. Проходи тест. Значит, оттуда надо вылететь, и значит, откуда-то надо упасть. Что у нас есть? У нас есть луч, у нас есть платформы. Да. И, соответственно, отсюда, грубо говоря, надо падать. Вылетать, точнее, отсюда. И мы тогда сможем здесь нет ничего. А стоп, там луч, смотрите, там что. Ого. Значит, нет, надо что-то еще думать. Так, здесь для чего эти все штукенцы? Так. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть кнопка, которая при нажатии бросает сюда штукенцию. Так, ну, кубик. А для чего нам кубик? Непонятно. Так. Окей. Что ты делаешь? А, подождите, а что если сделать так? Ага, я все, я понял, сейчас она запает, то есть потом я ставлю здесь, падаю на них, дальше луч пускаю вот сюда, они отключат, наверное, наши штуки. Так. Сейчас пробуем. Да, встала. Окей. Теперь, значит, луч сюда. Нет. Стоять. Ага. Агасики. Так. Смотрите, это отключило. А, ну тут по таймингу, наверное, то есть я сейчас ставлю. Так, давайте. Луч сюда. Прохожу. Так. Так, стоплю. Нет, возвращаю назад. Под эту штуку. Вот так примерно. Есть кубик. Так. Окей. Окей, есть кубик. Теперь что нужно сделать? Давайте попробуем. Так. И вон туда еще поставим портал. Далеко.
Так, кубик можно взять. И значит что? Теперь нам нужно сделать преломление луча. Преломление луча вот на эту дверь. Так, окей, значит, ставим. Где у меня сейчас портал? Там. Ну, вот так. Луч вышел, все отлично. Сейчас отнесу кубик, чтобы не упал. Так. Так. Я вот думаю, с угла получится или не получится закрутить. Нет, не получится. Луч должен быть вот здесь. Низко. Высоко. Здесь луч. Окей. Так. Идем сюда. Так, значит, синий портал сюда. Так. С кубиком отойдем вот сюда, пожалуй, чтобы не пачкаться. Так, и синий портал сюда. Окей, я допрыгну здесь. Да, я допрыгну. Выйду здесь. Значит, поставлю портал здесь. Так, по-прежнему ничего, продолжаем. Все, извини, окей. За лифт, он временно не работает, расплавился. А, ну ладно, поплыли. Могу пока устроить экскурсию. Слева там какие-то огоньки. Не знаю, но что-то очень мощное. Ну, понятное дело. Справа там что-то большое летит прямо на тебя. О, нет! Беги! Этого там не должно быть! Да у ладно. У тебя все в порядке. Сейчас я получу луч. Стоп! Ой, не помогает, не знаю. Мне почему-то казалось, что поможет. После всего, что он сделал с моей лабораторией, когда мы его победим, можно я убью его? Да, без вопросов. Хотя Уитли смешной, но можешь убить его. Так, ну что ж, продолжаем. Пришлось немножко отойти и забыл, куда мы шли. Так, мы откуда-то сверху спрыгнули, если не ошибаюсь. Или ошибаюсь? Так, нет, вот отсюда, да, мы забыл. Пожалуйста, пришлось отойти, так сказать, от компьютера. Сейчас потолок закроется, наверное. Окей. Так, у вас тут, наверное, телевизор у меня поймался, да? Надо выключить его. Так. И следующая загадка. Ты жива? Здорово! А что мне? Так, окей, разгоняющий гель. Для кого еще его готовить? Не для кого? Это подъемник. Так, посмотрим. Выход. Нет, выхода. Не проблема. Я сделаю. Окей. Для твоего теста. Так. Здесь у нас будет выход. Вот, дзинь. Чудесно. Вперед. После того, как ты сказала мне выключить луч, я думал, что потерял тебя. Сходил, проверил так. Остальных испытуемых. Без толку. Они по-прежнему мертвы. О, ну я кое-что нашел. Включить. Кстати, вспомнил, у меня есть для вас большой сюрприз. Он вам понравится. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем прохождение Portal 2. Опять ко мне пришли, пришлось останавливать запись тут, выходить из игры. Ну да ладно, в принципе... Появилась у меня идея, как это все проходится. Вот, и, соответственно, давайте попробуем. Так, вот у нас пошел луч, мы его берем. Теперь вот так. Полетел. Теперь нам поймать. И вот сюда. Так, кубик у нас здесь приехал. Да прекратите. Так. Теперь, значит, поставим тебя на красочку. На красочку. Вот так. Пошла у нас... Куда ты пополз? Так, сиди. Так. Значит, опять
воспользуемся гравитацией и раскидаем сейчас краску. Да, поехали. Так. Бульк. Шмякс. Так. Шмякс. Все, тут покрасили. Тут вроде норм, да. Окей, давайте разбежимся. Там выход у нас. Джеранимо! Недолет. Недолет. Окей. Сейчас посмотрим, что у нас не так. Надеюсь, нам заново сильно проходить не надо будет. Ага, ты у нас здесь. Ну ладно, это не так страшно. Так. Так. Сюда. Значит, оттуда я не долетаю. Так. Ты, главное, сиди. Сюда, сюда. Так, поехали. Красочка наполняется, наполняется, наполняется. Бульк. Хорошо, еще. Хорошо. Так, давайте посмотрим. А-а-а! Нет! Куда ты улетаешь? Господи, да боже ж ты мой. Ладно, сейчас еще раз. Я не хотел разгоняться, совершенно был Ctrl нажать, да и не париться. Кстати, я заметил, что там справа есть панелька. И, соответственно, мы не долетаем, мы то поставим гравилуч и выскочим. Так, иди сюда. Иди сюда. Маленький кубик. Так, живой кубик. Отлично. Так, теперь сюда. Сюда. Полетели капельки у нас. Сейчас как только дорожку они... Бумс. Так. Теперь мы возьмем кубик. Да прекратит это делать. Так. Поставим тебя сюда. Ты вам не падай. Так. Так. И вот так, если мы сделаем. И теперь главное в этот луч попасть. Ну, вроде бы должны. Так. Если мы в луч попадаем, у нас просто в дверь вытягивает. Есть! Вам попали! Моим очень понравится этот сюрприз. Фактически, он вам до смерти понравится. Опять-то он там нам угрожает, этот Уитли. Пока не умрете. Ладно, не знаю, понимаешь ли ты, что я тебе говорю, но... Так, окей, ну, прошли мы это испытание, не очень сложным оно оказалось. Да, так, следующее. Главное понять то, что гравитация нам в помощь. Так, окей, оу. Извини, извини, моя вина. Растяпа. В любом случае, мне кажется, он собрался нас убить. Продолжай. Да и ладно. Окей. Осталось только три камеры до большого сюрприза. Три камеры осталось. О, как это утомляет. Так, вас надо свалить, дорогие мои. Турельки. Так, это что делает? Переключает. Окей. Так, там, значит, гель у нас. О-о-о-о, турели, турели. Тихо-тихо-тихо-тихо. Там у нас гель. Прыжковый гель.
Прыжковый, так прыжковый. Давайте законнектимся. Да я знаю, что тут кнопка. Ага. Вот так. Окей. Давай, Лися, песня. Так. Ну где-нибудь здесь давайте закончим это все. Как-то так. Окей, так, теперь мне нужно вернуться. Вот так. Тихо-тихо-тихо, турельчики. Так, нет, смотрите, понял, кажется, что нужно сделать. Нужно вот сюда их переместить, этот гель. Вот, соответственно. Соответственно. А как я это сделаю? Я это никак не сделаю, потому что мне нужно будет здесь поставить портал и здесь поставить портал. То есть я по сути ничего не могу сделать. Так. Плохая идея. Окей, понял. Плохая идея. А, так, сейчас тогда... Ну, с гелем мы поняли, что делать. Сейчас я попробую... Зловещий человек. Попробую сейчас вот посмотреть, что там происходит. Нет. Это было бессмысленно. Так, ладно, если это было бессмысленно, то что же нам сделать нужно? О, как это утомляет. Так. Не, ну тут ладно, тут понятно как. С гелем пройти, это все ясно. Так. Это мы сейчас... Давайте тогда сразу. С гелем это все сделаем. Так. Так, гель пошел. Ну, что-то ничего тут не мажет особо. Давайте еще разок. Пусть до конца дойдет. А, ну он тут, в принципе, все и разрушает, да? Что там было? А, контур, чтобы не ослепить. Понял. Так, ладно. Ну, что-то мы особо не намазюкали. А через стенку, конечно, не дотянусь, да. Так, ладно.
Окей, давайте еще раз сделаем. Знаете как? Так, нам нужно убрать эти гребаные турельки. Вот тут, тут я очень хочу сделать. Не, не надо, не надо. Я умер? Да как так-то? Блин, заново. Ну окей. Так. Я хочу понять, что делает эта кнопка. Да хватит ржать, ты тупорылая деревня. Так. Точно откроются эти, и здесь будет у нас... Короче, каким-то образом... Давайте посмотрим. Так, ну здесь я намажу, допустим. Здесь я не намажу. Где он? Так. То есть попробовать в углу, говорит, портал поставить. Так, ладно, давайте пробовать. То есть вот есть здесь поставить вот сюда прям. Он захватит вообще? Ради интереса сейчас попробую. Дань. Без толку все это. Так. Тут намажем. Так. Ну-ка. И раз. Так. Не. Не перехватишь здесь гель. Ты что, борзела, что ли? Турель. Так. Ладно. Ладушки, а ладушки, так. А внизу здесь нету плит, нет белых. Так, окей. Что мы будем делать, значит? Угу. Там что? Там какая-то рубка, но это не суть. Так. Не суть, не суть, не суть. Так, 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 так. Нет, туда, это сюда. Притягивает, видит? Ну блин, ну притягивает он, да. Чем притягивает? Кто бы его знал-то? Турельчики. Так, мне каким-то образом надо попасть туда. Что же для этого? Что-то я тут запарился. На самом деле, все очень просто, я это понимаю, но... Что-то я ничего поделать не могу. Так. Здесь у нас идет луч, правильно? Правильно.
Так, а что если, грубо говоря, чего стреляете-то? Так. Ну, к примеру. Сейчас попробую так. Так. Блин. Так. Может быть, тут где-то намазать надо. Так, здесь оранжевый поставим. Все замажем, короче. Был бы белый гель, я бы был вообще легко, сами понимаете. Так. Нет, 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 нет. Ню. Так, и сейчас, знаете, еще хочу попробовать. Нет, синий сюда поставлю. Синий портал. Так, почему я? Да, без толку. Я думал, что я сейчас выпрыгну, но нет. Так, раз вспышка не получилась. Опять мне кажется, что тут. Оу! Воу-воу-воу-воу! Не надо, не надо, не надо. Так. Если не хочу умирать, очень не хочу, но есть у меня подозрение. Есть у меня подозрение, скажем так, что так. Давайте-ка попробуем. Да что толку-то? Притянет сюда. И все. Никакого резона в этом нет. Так. Так, так, так. Не, ну мансить тут явно не получится. Так. Как же быть, как же быть, как же быть? А что если попытаться на луче как-то подняться? Пошла ты. О, как это утомляет. Подняться на луче. Ой. Не, здесь они меня застрелят просто. Турели-то. Так. Да, здесь они просто застрелят. О, как это утомляет. Так. Так.
Ну, допустим. Давайте, допустим, сделаем так. Куда я улетел? Вообще не в ту сторону. Ладно. Так, окей. Не в ту сторону полетел. О, как это утомляет. Да уйдите вы, турели тупые. Так. Ну, если я вот так вот сделаю... Забавно. Не правда ли? Ой-ой. Я не умирал, обратили внимание. Так, я где-то между мирами, по-моему, застрял. Так, ну это было забавно. Так. Ну-ка еще раз попробую. Так. Нет, тут уже пошел портал, пошел. Так. Сюда. Ну, давайте попробуем. Куда-то я явно не туда полетел. Так, ладно. Прыгающий гель. Прыгающий гель. О, как это утомляет. Что же с тобой делать-то, а? Так. Там что? Короче, они стоят на платформе, да? Тут есть... Проход, их надо как-то... вот этому лучу пройти, я так понимаю. Ну, чтобы в него попасть, нужно очень захотеть, да? Нет, ну вообще вот этому лучу еще можно, но по этому лучу они будут меня убивать. Так это все понятно, то есть, да, мне нужно что сделать? Мне нужно каким-то образом, вот каким, не знаю, снять турельки, нажать кнопку, откроется здесь, и все, и это конец миссии. Тут ничего сложного на самом деле нет. Понять, как снять турели, все, задача решена. Так. Угу. Вот забирающий луч. Так, что, успею в него провалиться, нет? Нет, не успею. Так, подождите, если... Для двух вещей, может быть, забирающий луч, конечно. А кубик где? Здесь нет кубика. Здесь нет кубика, да? Отвянь. Так. Здесь нет кубика. Так бы было бы вообще все просто. Если бы найти кубик, то да, поставить сюда. А потом поставить по... в тяжку эту.
Так. Геройство тут явно не нужно. Сбросим все порталы. Ну, давайте еще с гелем подумаем. Вот у нас есть гель, да? Да его, черт возьми, можно ввести. А! Ладно. Синий портал. Так. Так. Так, и давайте посмотрим, что из этого вышло. Ничего. Ровным счетом ничего из этого не вышло. Ничего. То есть, такое ощущение, что это нужно, чтобы если туда попал, то ты мог выпрыгнуть. Так. Тут даже вот это вот не цепляется, понимаете? Наш кусочек. Чух! Тоже могу стрелять. Ага. Хрена лысого. Так, меня не возьмешь. Блин, запарился, короче. Так. Вот по-любому где-то есть маленькая платформа. Маленькая, бедная, несчастная платформа. Которая хочет, чтобы я ее увидел. Которую я не замечаю, поэтому не могу. Не могу просто начать проходить эту миссию. Так. Воу, не допрыгнул. Обожественно. Что ж, дорогие друзья, продолжаем мы играть в игру Portal 2. Ну и что хочется сказать, то есть я уже 3 дня пишу эту серию. Вот, все никак не получается нормально закончить. Вот, и, соответственно... У меня идея! Да, попалась ты! И, соответственно, будем продолжать и дальше. Так. Начинается. Я вот тут, ну, как бы сложились так обстоятельства, что я, к сожалению, вынужден данную серию проходить аж 3 дня, ну вот, записывать ее для вас. Ну, что ради вас не сделаешь, правда? Так. Не запрыгну сюда. Так, ну, нам надо вывалиться там оттуда. Сейчас мы это сделаем. Попробуем вернуться назад, чтобы тут по пути. Так-то я в стену попытаюсь прыгнуть, но здесь я ничего не могу сделать, да? То есть все равно туда бежать. Окей, так. Нет. Ладно, сейчас я перепройду этот момент уже. Вы видите второй раз фейл, но нет, просто 3 дня разница между последним эпизодом, скучаю, который... 2 дня, точнее. Между последним эпизодом
и то, что вы сейчас видите. Ну, поэтому я сейчас приду в тонус немножко. Не могу не заметить, что ты не возвращаешься. Это печально. О, у меня идея! Ну, давай, идею свою уже толкай. Да, да, попалась ты! А, нет, ничего. Прекрасно, игра начинается. Угу, так. Ну, давайте сделаем. Оп! Высоковато. Высоковато. Сейчас мы сделаем немножко по-другому, пониже. Блин. Скучаем по тем временам. Уи! Не могу не заметить, что ты не возвращаешься. Это печь. О, у меня идея. Да, да, тихо, тихо, тихо. Ты... А, нет, ничего. Прекрасно. Игра начинается. Вот так залетели. То есть, по сути, ничего сложного нет. Ну, говорю, сейчас в тонус немножко войду. Что-то я расслабился, да. Вот, и, соответственно, идем дальше. Да, может быть, там проще можно пройти, но... Так-так-так-так, еще чуточку. Не обращай внимания, продолжай побег. Воу! Так, ну что, падает на меня? Вот это, отойдут я глянуть. Роняет он на меня тут всякую хрень. Этот Витли. Витя, Витя. Так, ну. Да, ясно, это ловушка, но другого пути нет. Надо пройти. Ладно, нет, так нет. Так, здесь мы портал можем поставить. Где еще? Там не можем. Окей. А, о, стоп, там открылось. Вот так. А, смертельная ловушка! Они убивают тебя? Убивают, нет? Да нет, что-то не убивают. Тихонько убивают тебя, наверное, если я правильно. Да не, не убивают. А, наверное, турели научились пользоваться удавкой. Это объясняет такой дикий способ умерщвления, если я правильно понял. Ха! Это твое продырявленное тело вылетело из комнаты? Да-да-да. Это были дефектные турели, да? Точно. Ладно, неважно, карты-то все равно у меня. И догадайся, какие сплошные бухаузы. Никогда не играл. Понял. Кстати, турели новые, не дефектные. Каре тузов, самая сильная рука. Непобедимая, как я понял. Так, да, вот здесь можно посмотреть. Эй, приходите в меня стрелять, тупые турели. Так, а мне куда? Туда? Нет, не туда. Куда мне-то? С турелями ты разобрался, все норм. Так. Так, куда мне идти? А, ну ладно. Давайте вот так. Я понял. Видимо, да, сюда. Так, хорошо. Наконец, противник достойный моего непобедимого интеллекта. Тупой у тебя интеллект. Ты элементарно, Ватсон. Вот это я вообще сразу понял, что... Холмс против Мориарти. Аристотель против пресса с ножами. Ага. Окей, сейчас будем думать. Интересно, здесь тайминг или просто?
Холмс против Мориарти. Аристотель против пресса с ножами. Стой на месте, пожалуйста. Ну хватит бегать. О, я почти попал, почти попал. Ладно, обойдемся от стороны. Ты куда делась? Ты куда делась? Вернись обратно. Так. О, гель прыгучий. Там что-то сломалось? О, о, тебя пришибло? Ах, было да. Бы здорово, если бы пришибло. Пошел вон, бар. О, да-да-да, меня только что озарило. Я сейчас вернусь, если ты еще будешь жива, я вернусь. Не умирай, пока я не вернусь. Так, турельчики, да? Ну, мы здесь можем перепрыгнуть назад, нет? Не, назад мы уже не перепрыгнем. А. О. Интересно. Погоди. Так. Вот так, да? Нет? А, о, я выпал, все норм. Так. Ну-ка. Бомбим. Пью. Так. Чуть подальше, чуть правее вот здесь. Кил. Так, ну здесь норм. Так, а если сюда? Вот сюда, окей. А, ну я мог бы и по-другому, я мог бы через портал пройти и не париться, то есть. Пошли. Следующая комната. На этом я сейчас, наверное, закончу серию. Все-таки 3 дня серия идет, уже длинная. Ну вот. А, так что продолжим следующий. Да. Окей, здесь можно поставить портал. Хорошо, ну что ж, с вами был Артем Динамик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Продолжим дальше.